штаб на Вальдерас музеем. Болиголов. Саня, ты так играешь с этими набалдашниками, которые удлиняют, да? Чётенько. Я иногда про них подумываю. Потому что я сейчас так яростно эти джойстики драчу во все стороны, что чуть больше рычаг может дать больше точности. Это да, еще учитывая твой скилл, будет вообще бомба нахуй. Ну, бля, скилл тут, кстати, может не заравлять, потому что надо привыкать. Когда ты привыкнешь, это пиздец будет. Ну да. Когда все сложится, это будет бомба нахуй. Бомба, наверное. Это штаб. Куда идти? Внизу, там, где точка Б. А, все, я на точке. Да, захват пошел. Не переживай, противники тоже пытаются научиться играть в штаб. Меняю магазин. Мина рванул. Мы вышли в лидеры. Ага, ага, братиш по тех пристрелял. Снайпер. Опа. Да. Там, да? Убил его. А он едва-едва идет, он двигается с трудом. Ну, я увидел его огромный ствол до того, как он вышел, даже ебалом своим. Антигранатку сам. Чётенько ты его. Их. Поверху, поверху, поверху. Слышу где-то по поверху. Откуда, Сань? Стас, с прохода. Угу. Хорош, Миша. Потратил его. Ты, блядь, пиздец. Рэмбо первая кровь. О, ты же, блядь, ты же слева там был. Да, 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 да. А я даже не увидел. Обидно. Красиво, красиво. Да. Ну, 50 очков за один штаб это сильно. Билайт. Чуй. Мы чуй. Да, чуй. 60 очков за один штаб, это сильно. Ну да. Сань, слушай, ну они ж не сильно высоко поднимают эти. В два раза. В два раза. В два раза. В два раза. То есть они тоже с таким, как грипп? Да, да. Да, да, там. Они нацепляются на джойстики и сверху они сами резиновые такие получаются. То есть там такой грипп хороший, просто они увеличивают рычаг. Да, просто в магазине видел такую, как будто бы без поднятия просто такие. А, пиздюрки. Просто это. А, типа, так а я такие пиздюрки. Такие. Да, я такие шкурки использую, Сань. Они сильно лучше дают грипп. У меня с поднятием, Санька. А у него еще, да, с увеличением. И там в комплекте были. Там в комплекте были разных размеров. Придурочные. Угу. Правильно. Длинные, там, по-моему, два комплекта чуть поменьше, если длиннее. Тут какой-то застрял, бедолага. Бегу. Ага, прикрывай, блядь. Сверху, сверху, дропаются, да, да, блядь. Вижу, вижу, вижу. Ебанько. Нахуя так падать? Ты ж дэмэдж получаешь. Я попробую найти контр БПЛа. Да, да, оттуда иду. Он сильно мешает, вижу его. Ой, бегу. Убил контур. Бежим, блять, бежим отсюда нахуй. Топ они пока не захватывают, кстати. О, бежит, бежит. Отлично. Братиш? Леха мониторит. Я просто тебя не слышу, поэтому очкую. А, они уже захватывают, блять. Не захватывают. Четко. Работает. Леха издали их. Ебать, да. Я только что его словил красиво. Да. Красиво, красиво. Я сам в это не поверил. Это было красиво. 93 блядь. Очка, блядь. Ёбаный в рот. Мы, правда, точно так же тот начинали. Не поняли, но там... да, как играть. Ага, точнее, точнее. Но там Саня почему? Ушел. Так что у нас есть. Я качаю ЕБР-ку, поэтому готовьтесь. Вы играете хорошая пушка, в 3,5 человека. Да и похуй, Лёх. Нам норм. Удовольствие. Не, пушка, ты заебись. Игрок говно. Не-не, похуй. Да не, нормально. Справа, Саня, справа. Добрал. Отлично. Сам процесс, я ни хуя не вижу. Что там, бля, там еще и третий, сука, патроны кончились. А я нашел. Так, флешоные пидоры. Сейчас он будет. Антигранатку поставил. Я тоже. Лежу, как шланг. Мы у тебя все за спиной, дядя. Это наши? Да, это наши. Это я. Бля, давай, Саня, хуярь гандонов.
Нихуя себе машинка, я думаю, кто меня да толкает? Да она вообще я лежу, пиздец. Я, блядь, я не понимаю, я лежу на пузе, блядь, и экран двигается вперед. Думаю, что за хуйня? Со спины крался. Меня машинка сзади, блядь, на буксир взяла нахуй. Так она еще когда стреляет, звук такой, как будто ты под авиационным орудием стоишь. Реально, блядь, пизда. Пизда она. Такой, блядь. Саня, я слышу, как ты хуяришь, блядь, сдалека. Я смотрю на А ты можешь зажать квадратик и превратить его в турель просто и самому продолжать играть. Угу. Я понял, ну, я покатаюсь. 27. Саня любит. Так хоть не умираешь, да, Саня? Ну. Батарея накрылась. А, я умер. Твоя батарея тоже накрылась. Я сейчас им прихватил, блядь, штаб. Здорово, пацаны, здорово. О, Миша, вот это ты устроил фарфак нахуй. Ёбаный насрал. Я, блядь, просто... Я смотрел пока спину. Нет, так я пока... Ты, блядь, мясную лавку открыл, я тебе говорю, чебуреков накрутил, там я ебал. 3 чебурека, блядь, там слегло, сука. Прожарили, пожарили. Я просто пока смотрел спину, вас всех убили. Они подумали, что там никого нету. И такие, о, нормально, заходим, штаб берем. А тут добрый вечер, Миша, блядь. Крылатая ракета, мы в здании, придурки. Это да. Сейчас мы захватим это штаб, даже я... Я понимаю, что так не надо делать. Вот, видишь, Саня, молодец. Я на вход, который справа, короче, поставлю эту самую. У меня минометка есть. Будем только длину смотреть. Бумц? Бумц? Как ленинги, блядь. Ага, они туда антигранатку поставили. Так, на вход. Ну а мы сюда поставим антигранатку. Все, на входе стоит минометка, ребят. Блядь. А с этих дверей кто-то идет. Ниндер какой там, блядь, был. Ниндер мертвый. Там миномет, походу, работает. Еще антигранатка. Жертва Чуи, я убил Чуи. И Эмфлада из клана Панг. Да, по-моему, они прям сейчас отсосут. Да, у них вот такенный болт, короче, на сосании. Отстреливает, как миномет кончился, как, можно, как можно ждать их с той стороны, ребят. Ну а тут удобно. Пришел. Один. Второй. Третий. Бля, четвертый, сука, вы заебали. Я подожду. Леха смотрит строго, блядь. Я только с ВВП вызвал, вы чё, алё, тормозите. Я даже не рыпаюсь, а чё мне рыпаться? Брат прикрывает другую сторону. Точки. Да. Дай себе ВВП. А, ну это я вот зажал, короче. А они лезут, как лемминги лезут. Ну, блядь, я их держу. По-моему, это был примейт. Потому что вчетвером просто так одновременно выйти, это точно был примейт. Четыре панга, примейт. Ага. Ну вот ты их убил. Примейт на примейт, блядь. Сюда иди, Чунга-Чанга.